Здравствуйте, на телеканале «Мир Бурятия» прогноз погоды в студии Алтана Цибикдаржиева. 30 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливневые дожди. В утренние часы по побережью Байкала и северо-востоку при прояснении туман. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10, при грозах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 10, плюс 15, по северо-востоку до плюс 5. Днем 28-33 тепла, при дожде до плюс 25. По центральным районам ночью плюс 14, плюс 20, в горах юго-запада до плюс 9. Днем 29-35 выше нуля, по юго-западу при дожде до 20-27 градусов. По Прибайкалью ночью плюс 10, плюс 16, днем воздух прогреется до 20-27 градусов. В Улан-Удэ ночью без осадков, днем местами гроза с кратковременным дождем. Ветер западный, днем восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18, днем максимально 30-32 тепла. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. И о погоде на два ближайших дня. 1 июля в Улан-Удэ жаркая, без осадков погода. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем максимально 37-39 тепла. 2 июля без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 21, плюс 23, днем максимально 35-37 градусов со знаком плюс. На этом у меня все. До новых встреч и хорошей вам погоды. Одежда ведущей предоставлена магазином Taylor. Стильная женская одежда. ТРЦ Galaxy. Бутик 348.